Выполняйте свою работу ежедневно, и каждый день станет шагом, приближающим вас к главной цели. Ваш график работ должен отражать эту ежедневную деятельность. Прочитать определенное количество страниц по нужной теме. Поговорить по телефону с намеченным числом имеющихся и потенциальных клиентов. Делать гимнастику не меньше 10 минут. Запомнить назначенные себе новые слова иностранного языка. Независимо от варианта поставленной цели, нельзя пропускать ни одного дня. Все время продвигайтесь вперед. Стартовав однажды, не останавливайтесь на середине. Заставляйте себя ежедневно что-то делать. Это решение и самодисциплина намного увеличат темп выполнения работ, а значит, ускорят достижение запланированной цели и повысят вашу производительность.